Ocean Viking, судно неправительственной организации SOS Mediterranee, получив разрешение итальянских властей, пришвартовалось в сицилийском порту Аугуста. На его борту 572 мигранта, спасенных в Средиземном море. Перед высадкой на берег все прошли тест на коронавирус и медицинское обследование. Организация SOS Mediterranee на своей странице в Твиттере в четверг написала, что испытала огромное облегчение, узнав, что проведенные ранее 6 спасательных операций могут быть таким образом успешно завершены. На судне уже не хватало продовольствия, и метеорологи прогнозировали ухудшение погодных условий. Только в минувший понедельник команда Ocean Viking подняла на борт 369 мигрантов. В их числе были 183 несовершеннолетних, чье судно потерпело крушение в районе побережья Ливии. Просьба разрешить причалить к берегу была послана властям Италии и Мальты. По данным Международной организации по миграции, в прошлом году при попытках пересечь Средиземное море погибли более 1200 человек.